Тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. Возле кордона сталкер и вояга. Сталкер, солдат. Куда чешешь? Ты чё, мужик? Охренел? Это ж военная тайна. Эй, не горячись, ну не знал. А чё несёшь-то такое тяжёлое? Весь вспотел. Да блин, вспотею, что? Патроны эти бронебойные на склад пить. Пасть на сухогруз, прячь оружие. Здравствуй! Да чё ты топчешь?
Иди, иди, нечего тебе тут делать. Ну как оно? Ну, здорово. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. И гнусь кругом сплошная. Здравствуй, сталкер. Центр зоны. Тоже мне. Артефакт от код на плакат. Вот дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Такое знает кто? Сидят два сталкера в баре. Выпили уже хорошенько и обсуждают. Ну, привет!
Что скажешь, брат? Ну рассказывай, я весь внимание. Братья, внимание! Противник!
покарает тебя. Thank you.
Go.
Что скажешь, брат? В общем, выкладывай. Thank you.